Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно проводит акцию «Красная гвоздика» и распространяет значки через торговые организации. Средства от продажи идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. Управление развития потребительского рынка и услуг администрации Одинцовского городского округа обращается к руководителям с просьбой принять активное участие. Полный список партнеров, у которых можно приобрести «Красную гвоздику», доступен на официальном сайте акции «Гвоздика.рф».